Произвольная программа представляет. На льду Казанского дворца спорта еще одна спортивная пара. Это Ясмина Кадырова и Валерий Колесов из Санкт-Петербурга. Ученики Артура Минчука из Академии Тамары Николаевны Москвиной. Ну а я немножко еще скажу об оценках на предыдущем этапе в Сочи, где Артемий Убрюханов выиграли юниорские соревнования. Они набрали 124,5 только за произволку. И плюс к этому не очень удачно исполнили короткую. То есть сейчас у них абсолютно лучший результат в нынешнем сезоне. И это 214,3. Очень солидная сумма. Такой вау-эффект от увиденного. Конечно же, рады сейчас эти спортсмены. Больше скажу, рады эти артисты на льду. Все исполнено практически безукоризненно. Сейчас
на заднем плане, да, вот уже ушел, к сожалению, кадр. Одна из вот, смотрите, зрительниц, да, левый верхний угол. Угадай, кто я, угадай, с кем я. И угадай, для кого. И угадай, для кого, да. Камила Валиева. А, нет, вот, все. Ясмине? Нет, просто нет. Показали медведь. Интересно, у кого будут проблемы с транспортировкой этого, этого подарка? Перетянули внимание немножечко зрителей сейчас на себя. Ну, а мы возвращаемся, чтобы вновь очароваться прокатом Ясмины Кадыровой и Валерия Колесова. Все было сделано очень здорово, на высочайшем уровне. Здорово, безусловно, сейчас... Ну хорошо, да. Довольно ехали. Яся улыбалась. Валера периодически. Ну, Яся улыбалась. Легко ехалась. Легко ехалась. Да? Или нет? Ну, улыбалась. Мне кажется, я не могу представить себе Ясю без улыбки на ее очаровательном лице. И мы это отметили с Сашей Гришиным. Такое ощущение, что для некоторых это какое-то мучение, этот турнир. Это прямо комок волнения, но для Ясмины это какая-то... Вот здесь, конечно, во время прыжковых элементов немножко другое выражение лица. Вы сейчас это видите. Да. И замечает это и Яся. Но, слушайте, сейчас уже можно расслабиться и можно насладиться теми моментами, которые подарили нам эти спортсмены. Подарили они очень многое. Естественно, сейчас судьи будут потихонечку рассматривать возможные какие-то недокруты, недочеты. Передержали поддержку, не докрутили, не доделали оборотов в вращательных элементах. Но мы видим только единственное... Значочек Q на первом, на первой рекомендации сальхов, фолио тройной сальхов, и на втором сальхове у одного из партнеров был недокрутик. Но это абсолютно не портит той картины, которую мы наблюдали с вами. Очень хорошие входы, выходы в поддержке. И вновь очаровательная улыбка. Ну а что ж, а Валерию не до улыбок было. Ему, как мы говорили, затрагивали тему доверия. Все-таки, когда в твоих руках другой человек, конечно, там не до улыбок. Смотрите, смена направления движения. После верхней поддержки. Спокойнее. Я так даже спокойно. А меня позвали, такой спокойнее. Видите, как хорошее настроение сразу после успешного выступления Ясмины с Валерием. И могут себе позволить шутить относительно желания мороженого. Ну что, давайте знаем оценки. А оценки-то, ой, какие хорошие. Просто солидные баллы получаются сейчас. И они пока первые, причем первые, наверное, почти 225.